13-14 мая в Горке Парк состоялся отборочный этап 10-го республиканского детского благотворительного фестиваля индивидуальности и таланта «Маленькие принцессы Татарстана-2017». Наша цель – это развитие детей, девочек с талантливых, и неважно, откуда они родом, и вообще, какая у них внешность, соответственно, и какие-то, если есть проблемы со здоровьем. Но мы за индивидуальность и талант от детей. Жюри фестиваля оценивает не внешние данные, а способности, таланты, социальные проекты финалиста. После презентации девочки получают ленту, корону, титул «Маленькая принцесса Татарстана». Таким образом формируется общество маленьких принцесс, которые в течение года участвуют в социальных мероприятиях и благотворительных акциях по Татарстану и Казани. Поучаствовать в конкурсе в этот день собрались девочки от 5 до 16 лет, которые в отборочном этапе должны продемонстрировать свои таланты, рассказать о себе и ответить на главный вопрос, что такое дружба и дом. Деткам, вот мы приняли участие в прошлом году, очень довольны были. Часто ли в этом году мы пришли снова поддержать уже наших принцесс, поучаствуем в качестве, просто выступаем, поем гимн. Мне понравилось то, что я стала маленькой принцессой Татарстана. Мне нравится то, что девочки узнают разные города, столицы, узнают разные традиции. 4 июня в бальном зале Корстена состоится финал конкурса «Маленькие принцессы Татарстана». Обладательницы главных титулов в своих возрастных категориях получают эксклюзивные короны ручной работы и шанс представить республику на многих международных фестивалях без прохождения всероссийских этапов. Диана Шилова, Роман Самарин, Ленардо Митяров, Универньюз.